Ну вот он, парад планет. Дождались, как говорится. Так. Прикрыть. Что характерно, да, вот сейчас видно плохо, такими вот сгибает тополя. То есть вот он дует, ну тут уже вообще льется бешеными каплями. Буквально 10 минут назад было тихо, спокойно, моросило. И вот что творится. Сейчас моментально будут лужи уже. Вон они уже появились, да? Было сухо все. Изнывало от жары. Но видно, вот слева тополь, вон он. Как его прям ломает, клонит. Бешеные порывы ветра. Отсюда почему-то хуже обзор, но из-за того, что залиты окна. Вот, колыхаются. Вот такие природные явления. Вон и гром появился, и молния. Я прямую трансляцию не делаю, потому что тут почему-то сбивается Wi-Fi. Как-то неустойчиво работает. Не знаю почему, потому что до 13 проводов. Карабин Кустанай, да уж. Самое смешное, что я собирался сейчас ломануться на реку с лодкой и с мотором. Ну вот, что-то мне внутренняя чуйка сказала, не получится. Вот сквозь щели пробивает. Температурка. У меня тут остатки бензинчика стоят, как, не знаю, шире. Интересно, расширить. А, это вот широкоформатный и прочий экран. Вот, уже шире. Я еще не освоился до конца. Вон он, шире. Шесть крат сейчас увеличу. Бывает 3-1.5 единичек. Да, климат стал странный. То есть это вот августовский дождь, но никакого тепла толком еще не было. Жары. В июле, в начале июля вот эти вот циклоны. Причем он шквалистый, он не такой, как был раньше, да, то есть постепенно как-то набирая силу, а вот шквалистый из ниоткуда и вперед. Снимаю вторую часть, пока я тут отошел, тут такие молнии были, эпицентр прям вот сюда куда-то долбило, там есть недостроенные дома. Просто что-то такое вообще феноменальное. Слышно грохот. Но сейчас была просто вертикальная огромная молния. Причем они были 3 штуки, одна за другой с интервалом, наверное, секунд 15. Канал такой просто. Не горизонтальный, как обычно, а... И температура продолжает падать уже. 18, было 20. Ну, нашел я, где ускоренная съемка, потому что так бы можно было молнии поснимать в ускоренной. Ну, угадаешь, нет. Пока с меню разбирался, пропустил фантастическое зрелище. Вот она. Ого! Уровень звукового давления просто аж дребезжит. Вот стою на балконе, дребезжит. Ну и что, парад планет, да, затмение.
к вопросу, что лучше дома встречать такую погоду, это точно. Вон дырочка там появилась, вот, туча. Если видно, о, появилась. Вот это снялось, наверное. Ну это дальше, было вообще прям здесь где-то. Я грешным делом выключил холодильники и прочие электроприборы от сети. Ну. О. Вот не знаю, попало, нет. Где-то 6 секунд задержка. Это в районе 2 километров расстояние. Получается 320 метров в секунду. Ну что, надеюсь, вы это видели. Вой сигнализации по всем дворам. Над домом, даже там, с другой стороны, это вот близко просто. Комсомольск на Амуре, 4 июля 2020-го. Ох, ёб пары СТ. Говорят, ругаться нельзя. Ведь оно может и в людей попасть там. Близко, в районе ТЭЦ где-то, может даже ближе. 3-4 километра по прямой. Вот еще одна, причем в одну и ту же точку фигачит. Вот долетел звук. 8 секунд. У меня счетчик, я-то и на счетчик смотрю, и так примерно. Не попало в объектив. Вот идут люди, которым... Вот лужи уже огромные, уже машины стоят в воде. За каких-то 15 минут налило. Да, сейчас реки спучатся, горные. Вот это практически рядом, метров 600, блин, задержки вообще нет. Задержка, может, секунду, метров 600, а то и меньше. А попало, я даже и не скажу, вот, наверное, туда, где строят, вот я вам показывал водокачку, вот где-то там оно и было. В эту вот стройку гребаную, где там не до храм строили. Не удивлюсь, если там у него попало и горит сейчас.
Интересно, правда, да, товарищи? Ну, что-то творится у нас невообразимое. В эпицентре именно, когда она прям над головой молнии хреначит, я не был. Это не хуже артобстрела. Вероятность очень большая под раздачу попасть, мягко говоря. Смотрите сводки из Комсомольска. Может даже и не один человек попадет. Вот еще. Но это далеко. Вот считаем сколько секунд. Очень далеко. На той стороне. Звук еще не долетел. Вот он только долетел. 12 секунд. Это с той стороны Амура уже. 5 километров. И грохнула другая молния, пока он летел. Грибы должны пойти. Продолжение вчерашнего концерта. Сегодня в то же время. Я уж не знаю, вторая серия это или какая. Причем, что характерно, сверху, да. Сейчас я открою. Ветер дует. Вот, о, молния уже отсвечивает. Вот туда идет. А тут на нас движется туча. О, сейчас, если будет. Гремит вообще не переставая. Уже минут 20. Не получится. Рискую потерять телефон. Ну, везде орут сигналки. Опять сейчас сливаню. Это снизу придурочные дети. Вот такая музыка у них. Музыка обезьянок. Все потянуло ветерком. Сейчас долбанет по полной программе. Вот обезьяне это переклики, даже о, гром перекликивает обезьяне ритмы. Вот это да. Это может даже хорошо, что я вчера фильм не сделал. Решил дождаться сегодня. И сегодня поездка опять сорвалась. Ввиду вот прогноза. И с утра вообще было ясно, что дождь будет опять. Без сомнений. Тут кошак. Кошак наблюдает. Кошак с интересом. Что его интересует, непонятно. То ли гром, то ли музыка. Смотрит вниз, видно. Мошка летает. Ладно, пока пауза. Ну вот, строго по расписанию. Опять гром и молния, трам-тарарам, сумасшедший ливень. Вторая серия. Сейчас он идет немного, он уже с другой стороны. Да уж, погодка называется. Хочется красивую молнию снять, но не знаю, выйдет, не выйдет. Широкоугольная съемка. Шесть крат. Опа! Ну, не знаю, получилось, нет, но просто фантастика. Прям вот. А я вот на дереве, наверное, сосредоточился. Сфокусировался, вернее.
тоже полкилометра, не дальше. Ох, ёлы-палы, от Амура там три молнии сразу. Иди посмотри, там творится такое. Три молнии сразу в одно место. Туда, как памятник, прям бридж-вокзал. Вот так вот конусом сходятся сверху. Раз, два и три, прям. Раз, два, три. В одну точку. Еще за нами, с другой стороны. Может, по разлому это все? Ох ты! Ну, это дальше, это в районе ТЭЦ. Угольный причал. Что творится вот с количеством воды, вообще отдельный разговор. Кто-то хочет сказать, что ничего не поменялось с климатом на планете. Ну да, ну да. О-о-о. Прям в центре города. Это вот в районе мира. Прям вообще. Вот мира в площади Ленина, где-то там. Металлургов. Гигантский просто. Тоже двойной или тройной такой шнур. Закрою я, потому что меня заливает. А это над нами прям, ну высоко. Ветра сегодня такого сильного нет, как вчера. Но тем не менее. Сейчас даже сложно сказать, где будет еще. Сопок почти не видно, вон они. Вот сейчас я сфокусировал на них. Да, високосный 2020 еще тот. С сюрпризами. О, о! Ну, наверное, снялось. Так, уходит. Давай, знаешь. Блин, впечатление, что над головой прям, потому что свет идет сверху, вспышки. Опять меня заливает. Вверх. 5 минут висели. О! Вот вам и затмение, ребята. Вот вам и планетное, это, как сказать, парад планет. Все что угодно. Ого-го! Шикарно! Вот, снялось! Ну что я могу сказать? Я могу сказать, что это феерия, конечно. Ух ты! Вот сейчас с этой стороны над домом. И тоже по берегу. По водокачке лупануло вот где дворец пионеров туда. В одни и те же места, главное. Прямо. Никакой спонтанности. Как будто выжигает по конкретным точкам. Ну
Ну, вроде стихает дождь, переходит в обычный ливень. Ох ты, еще раз. Ого, ветер аж поменялся. Это что такое? Тяга. Резкий какой-то порыв. Обнулили, говорите? Ага. Обнулили. Облили. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да. Ну не снял, но там секунды 4, наверное, было. Вспышка. Сейчас, значит, должна вот здесь по центру лупануть. Если периодичность есть какая-то. О, сейчас здесь с берега долбану. А я живу в центре циклона, и вверх, и вниз не все равно, как у Гребенщикова песенка. Но должна по центру бабахнуть что-то. Клещи всяких салютов, зрелищ. Круче. Ой, вода вообще вот отбивает ее. О, все, понесся, ливень пошел. Ой-ой-ой, теперь эпицентр. О, падает. Я пытался про вчерашние события найти сегодня утром, в интернете упоминания нету, а вот вторая серия тоже, делают вид, что все в порядке. Мол, ничего чрезвычайного. Попробую сейчас, сопок вообще не видно. Вон они. Еле-еле видно.